Друзья, сегодня мне пришлось сделать рентген желудка с барием. Я читала, читала, читала очень много всего всякого в интернете. Вот, как так, даже боялась немножечко. Снять я не могла, потому что невозможно было снимать. Там вообще ходят вот так, вот, кричат, орут, бежат. В общем, ничего нельзя сделать. Шагнуть вправо, шаг влево. В общем, расстрел и крики. Поэтому ничего не могла сделать. Но я думала, что такое барий, как его, зачем его. Ничего, вроде бы. Взвесь такая, похожая на мел, такая вот взвесь. Ну, безвкусная, ничего, дали мне немножечко, там, 100 грамм бария. Ну, это чтобы желудок так вот посмотреть, нет ли там каких-то повреждений. И аппаратура вообще Siemens. Аппаратура Siemens. Так что нормальная такая вот аппаратура. Все. Нет, совершенно было не противно. И то, что там пишут, там ерунда. Не час, не два, и ничего, а сразу все дают, сразу все делают. И все достаточно нормально, и не страшно, и не противно. Барий совершенно не противно. Такая тяжелая взвесь, похожая на, как бы, взбить мел. Взвесь такая вот. Но совершенно не. Такая безвкусная, все нормально. Не было проблем. Нет, ну, а остальное уже дальше. Тихонечко. Я просто хотела сказать, что это совершенно сейчас делается все по-другому. Так что не противно, можно идти и выпивать, а делается все нормально. Я думаю, что со временем еще и больше будет. Аппаратура будет такая, что, может быть, даже вообще этот барий надо. Ну, вот это я хотела поделиться. Вообще, здоровья вам.